Всем привет! Сегодня я покажу, как вернуть вашу иконку на YouTube-канале. Ну что ж, приступим. Для этого нам пригодится такое приложение, как VPN. И для того, чтобы вам показать, как оно работает, нам придется выйти. Так. И как вы видите, можно подключать этот VPN и смотреть свою иконку. Всем пока.